Детская школа искусств объявляет набор на предстоящий учебный год по следующим предпрофессиональным программам: фортепиано, народные инструменты, аккордеон, гитара, балалайка, домра, духовые инструменты, флейта, саксофон, музыкальный фольклор, хоровое пение, изобразительное искусство, хореографическое творчество. В школе номер 37 поселка Старая Соколовка третий год работает филиал детской школы искусств, где дети обучаются по двум направлениям – музыкальное, фортепиано, народные инструменты, сольное пение и хореографическое. Выпускники школы получают свидетельство об окончании государственного образца. Для детей дошкольного возраста от 4 до 6 лет существует набор на раннее эстетическое развитие, где дети познают основы музыкальной грамоты, изобразительного искусства, хореографии, учатся петь сольно и в ансамбле. Данная программа позволяет выявить способности ребенка в раннем детстве. Детская школа искусств. Город Новошахтинск, поселок Новая Соколовка, улица Молодогвардейцев, 6.